24 октября 2014 года. Ну, вот сейчас обеденный перерыв на моей экспозиции. Пока никого нет. Только предыдущий перерыв в 11.50 подходили, решали вопросы. Ну и мы находимся в актовом зале Вирской школы средней. Ну и, соответственно, здесь все как обычно компьютеризировано, проектор, показываются слайды на стену проектором. Ну и так много народу. Здесь вот порядка 25 человек по списку. 25. И то не все прибыли. Так что на улице минус один, холодно. И не у всех такое желание появляется куда-то ехать и чему-то учиться. Хотя зимнее время — это, пожалуй, наилучший период для начала занятия компостированием или вермикомпостированием, не имеет значения. Ну, я, как обычно, привез полную машину всего, компоста, ячевей всех. В общем, немножко будут люди озадачены и моими черечишками. И вам таких же успехов, всего доброго, здоровья и благополучия.